Добрый день. В предыдущем видео я рассказывал, как уменьшить шум от холодильника LG путем прислонения его нижней части к плинтусу. Но не для всех, к сожалению, этот способ подходит, потому что тогда остается узкое расстояние между стеной и холодильником, и он плохо охлаждается. Поэтому попробуйте следующий способ. Вы можете вставить между боковой стенкой холодильника и стеной какую-нибудь подушку. Достаточно плотно, чтобы она вибрации поглощала. Либо это может быть какой-нибудь вот такой вот мячик. Также можете что-нибудь тяжелое положить сверху холодильника. Ну и, конечно же, вы можете на некоторых моделях уменьшить температуру поддерживаемую, то есть сделать ее более положительной. Тогда холодильник реже будет переходить в интенсивный режим. Вот. В данном случае вы слышали, он прямо совсем отключился. В нем два компрессора в данной модели LG. Вот. И также сзади можно вот это вот оторвать штучку, открутить шурупами и проклеить вибропластом. И также вставить какой-нибудь ластик, либо деревянную какую-нибудь палочку между компрессором и стенкой холодильника. И при этом он станет меньше вибрировать. Обращая внимание на распространенную ошибку, начинает каким-то вибропластом проклеивать сам компрессор, но он тяжелый, поэтому этот способ только уменьшает теплоотвод. Нужно зафиксировать те части, которые легкие и которые вибрируют, но не сам компрессор с помощью вот этого вибропласта. Его нужно сделать более плотным его крепление к корпусу. Спасибо за внимание.